На главной площади города покажут матч «Россия-Испания». 1 июля в 17:00 на стадионе «Лужники» в Москве состоится решающая игра. Впервые за долгое время наша сборная по футболу вышла в 1/8 финала международного турнира. По инициативе главы города в Иванове на площади Пушкина развернут телевизионный экран. Прийти поболеть за российских спортсменов смогут все желающие. Начало прямой трансляции в 16:45. Данное мероприятие полностью бесплатно, но нужно учесть то, что это не фан-зона, и поэтому здесь есть определенные требования ФИФА. Понятно, что никаких продажи алкогольных напитков там не будет, а нахождение в нетрезвом виде тоже, соответственно, запрещено. Поэтому я так думаю, что наши жители с пониманием отнесутся к этому моменту и придут поддержать нашу сборную.